Казанском университете прошел первый день конференции, посвященный взаимодействию национальных литератур и искусств. Обсуждение татарской литературы приурочили к важному событию. Подробности расскажет наш корреспондент Ариадна Кугушева. Как необычно поздравить академика, экс-главу Союза писателей Татарстана и заслуженного работника культуры. К 80-летию Фаата Галимуллина в Казанском университете устроили международную конференцию. Ее цель – изучение творческой, научной и литературно-критической деятельности юбиляра. Часть зрителей присоединится к конференции в онлайн-формате. Круг участников широк. Это в первую очередь ученые литературоведы, а также ученые языковеды, скажем так, культурологи. Из Казахстана очень много участников, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана. Даже присутствует участник из Америки. Именинник горд и польщен. Своей деятельностью он посвятил годы жизни. Фаат Галимуллин родился 21 марта 1941 года в селе Арпаяз Кукмарского района. Всю жизнь работал в сфере культуры и образования. Сегодня его труды служат примером для студентов кафедры татарского языка. Мои читатели – это в основном интеллигенции, потому что я литературовед, пишу и критические статьи. Сегодня я как бы держу ответ за свою жизнь, за свою научную деятельность. Это, конечно, очень ответственно, но в то же время приятно. В рамках конференции состоится заседание 5 секций. Мероприятие завершится 27 марта. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.